Гендиректор JP Morgan Chase & Co. готов уволить своих сотрудников за торговлю биткоинами. Как сообщает CoinDesk со ссылкой на Bloomberg и CNBC, Джейми Даймон назвал трейдеров биткоинами несколько недальновидными и отметил, что такая деятельность противоречит правилам инвестбанка. Он усомнился, что высокая цена на биткоин продержится долго, и указал, что рано или поздно криптовалюту будут контролировать, как и остальную денежную массу. Однако он верит в перспективу технологии блокчейн в банковской системе, но отмечает, что внедрение ее потребует некоторого времени.